Всем привет! Вы на канале Акварелька. Сегодня мой фикс-прайс. Это город Димитровград, торговый центр Черемша, гостиница. Давайте посмотрим, какие еще новиночки добавили. Вот такие светильники новогодние в виде Санты. Вот, связанным колпачком. Это снежное кружево. Цена 299 рублей. Носочки вот такие вот мужские. 99 рублей. Не пойму, какой здесь рисунок. Вот. Веселый Санта с гитарой. Так, по цвету носочки еще имеются вот такого темного цвета. Так, состав у них 70% хлопок, 28% полиамид и 2% эластана. Так, серый, синий и черный цвет. А также женские носки 99 рублей. Состав тоже такой же. Посмотрите, какие они веселые. Вот. И женские носки. Расцветка здесь более такая разнообразная. В общем, такие вот носочки, новинка. Что можно подарить на Новый год? Давайте посмотрим вместе со мной. Вот такие светильники домик 299, это доломит. Да, они разные конфигурации. А, и здесь есть вот подсветка. С подсветкой. Да, вот еще такие домики, видите? Здесь несколько видов. Остальные товары я вот уже все это показывала в своих обзорах. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, смотрите. Много всего интересного. Канал многообразный, разнообразный и много рубрик. Так, вот здесь вот смотрите, Деду Морозу письмо можно написать. Как раз еще месяц, то есть есть время. Такие красивые декорации елочные по 249 рублей. Так, смотрим, что еще новенького здесь подвезли. То, что я не показала. Так, вот, смотрите. Осталось две елочки. 99 рублей. Здесь предлагается посадить свою ель к Новому году. И есть предсказание внутри. Инструкция. Инструкция внутри находится. Как посадить елочку. Да, цена доступная 99 рублей. Красивые чашечки новогодние. Так, вот это вот я декор ждала. Посмотрите, вот такие вот можно купить панно декоративные 70 на 23 сантиметра. Они очень красивые, графичные. Рисунок, правда, здесь разный. Так, это вот такая коллекция. Смотрите, вот в виде сот. По-моему, это такой плотный картон. Так, вот разные. Цена у них 199 рублей. Вот такого панно. Такие коробочки по 149 рублей, которые можно хорошо обработать. Кстати, вот это вот даже на колесиках, смотрите, коробка. Вот мне в кадр просто не умещается. Большая. По 249 рублей. Зеркало декоративное на цепочке. Я такой же покупала. Оно есть в серебряной оправе, а есть золотой. 199 рублей. Кстати, здесь можно с крючками купить декоративное зеркало. Вот. А, и появились новые растения в горшочках. По 299 рублей. Вот такое вот красивое, реалистичное. Листочки. Запах есть небольшой, конечно. И вот еще декоративные веточки. Тоже красивые, как пальмовые. Ну, вернее, напишите, как называется это растение правильно. 199 рублей такая ветка стоит. И появились новые подставки, подсвечники. Ой, вот это красивое, смотрите. В стиле лофт, под золото. 249 рублей. Здесь много вот разных, смотрите, подсвечников, подставок. Вот такая ваза классная.
249 рублей. Вот она на металлической основе. Правда, стекло здесь грязное. Но почистить будет красиво. Подсвечники по 199 рублей. Так, еще одна новиночка. Появилась вот такая рамка металлическая, 249 рублей. Вот она с обратной стороны, смотрите, какая. Имеет конструкцию интересную. Вот такая интересная фоторамка, 149 рублей. Тоже красиво смотрится. Рисунок разный. Геометричный такой рисунок. Так, ну, вроде на этой стороне все показала. Еще одна из новинок. Появилось зеркало до 249 рублей. Оно на металлической основе. И вот можно поворачивать его. Ну, зеркал, конечно, огромный здесь выбор. Ролик для массажа лица. 149 рублей. Такой вот он. Интересненький. Тоже новиночка. Массажер за 99 рублей. Ногти по 99 рублей. Красивая форма. Цвета разные. Можно выбрать к празднику. Очень хорошо выручает. Атомайзер для духов. 99 рублей. Для деток можно купить игровой набор. Металлический сервиз. Да, интересно, вот металлический он. 299 рублей. Ну, это вот пластиковый за 299. Кстати, посуду можно за 149 рублей вот такого плана купить. Еще. Так, а это игрушка с 99 рублей. Здесь нужно читать инструкцию. О, смотрите. Елочная игрушка своими руками. Размер игрушки. Вот написан такой размер. И вот у него открывается рот. Собери и раскрась игрушку. Такой щелкунчик новогодний. Кстати, здесь есть птички. Вижу. Цена 149 рублей такой игрушки. Вот эти светильники очень красивые. По 249 рублей. Есть налобный фонарь за 149 рублей. Такой вот удобный. Здесь нужно 3 батарейки. В комплект они не входят. Есть штатив за 249 рублей для телефона. Наушники накладные вот такие мягкие за 249 рублей. И беспроводная зарядка за 199 рублей. Давайте еще посмотрим, какие новые чашечки завезли. Вот красивые по 77 рублей с детским рисунком. На 220 миллилитров. Они небольшие, устойчивые, но такие-то интересненькие. Для ребенка будет весело пить чай из такой кружки. Вот еще такие маленькие чашечки по 55 рублей от Kitchen. 240 миллилитров. У них форма такая интересная. Как соты здесь утопает. Рельеф. Рельефная. Но так в целом она гладкая. И доступная цена. Вот эти вот еще чашки. 200 миллилитров по 55 рублей. Очень такие стильные, очень устойчивое дно, цилиндрическая ровная форма. Еще появится в фикс-прайсе новая коллекция. Вот под такое ретро. Здесь пока набор подставок под чашку, 3 штуки, 55 рублей. Давайте достанем, посмотрим.
Вот такие вот деревянные подставочки. Кстати, вот такой бочоночек должны завести стеклянный для напитков. Но пока я здесь его не видела. Есть бочонок? Так, и вот вуаля, я нашла этот бочонок с краном. Так, вот такой классный бочонок для напитков. Он рассчитан на 1 литр, стоит 299 рублей. Пробковая крышка. Вот, и сюда вставляется краник. Так, и на ножках таких маленьких. Классный бочонок с краником. Так, ставим его. А, есть графинчик 59 рублей всего лишь. Стеклянный на 0,5 литров. Кстати, вот здесь вот можно выбрать еще лимонадницу на 3 литра с краником. Такая баночка. Вот, и поменьше. На 2 литра 199. Вот такие стильные кружки по 149 рублей можно приобрести. От Kitchen. Здесь 420 миллилитров. Тонкое стекло с рисунком. И поменьше, чисто стеклянная. Чашка 77 рублей. А вот по 27 рублей уже я не вижу вот этих вот салфеточек. Я для своего котика взяла. Классные были. Вот по 55 рублей можно купить бамбуковые доски на кухню. Кстати, на них можно подавать сервировку, сделать какого-то блюда. Сейчас это модно. Также доска есть большая бамбуковая, побольше. Вот такого вот плана. Она обрамлена вот внутри силиконом. 199 рублей такая доска стоит. Так, вот такое сито появилось классно на подставке. Так, сколько же оно стоит? Интересно. 249 рублей, и это дуршлаг называется. Такие полочки кухонные, 249 рублей. Набор контейнеров красивый, 249 рублей. Ну, посуду я это уже показывала вам в обзор. Тоже очень красиво смотрится. Наборы бумажных форм для выпечки 10 штук, 55 рублей. Вот эти очень красивые наборы для выпечки кексов. 77 рублей, 15 штук. В прошлый раз показала, покупала вот такую минажницу за 199 рублей трехсекционную. Очень мне понравилось по цвету. Красиво смотрится на столе. Так, вот эта форма для выпечки. Вот без верхней. Вот она. Разноцветная. 29 сантиметров в диаметре. Стоит 199 рублей. Так, а вот эта вот емкость для специй. Там три контейнера с ложками. От Kitchen. Она большая довольно-таки по объему. Вот, это для специй, 99 рублей всего лишь стоит. Вот эта банка удобная, смотрите, она здесь с кисточкой сразу идет. 99 рублей, 0,5 литра, кстати, для меда. Вот здесь вот другая есть, внутри ложка. И просто ложка вроде я видела. В общем, такие баночки они уже были. Форма для печенья 55 рублей, вот в виде лимончика. Так, интересно, новогодние есть тут? Зажим для посуды 77 рублей. Интересно, как им пользоваться. А, вот, достаете из духовки, чтобы не обжечься. Все, поняла. В общем, такое есть приспособление. По цвету оно еще белого имеет цвета. Нож для масла 77 рублей. Для пиццы 77. Так, это вот лопатки разные. Да, еще одна новиночка. Посмотрите, появилась щетка Йорш. Длина 51 сантиметр. Вот она большая. Тут вот ручка. И вот такая длинненькая. Здесь очень жесткая щетина. Очень хорошо подойдет для мытья бутылочек разных. Может быть, даже трубок каких-нибудь. Прочищать трубки. Ну, не знаю, здесь для надобностей хозяйственных. Вот такие тряпочки мягкие, универсальные.
50 на 70. 77 рублей стоит. Вот были такие белые, яркие. Для поделок хорошо их разбирали. Ну, не только для уборки. По 249 рублей вот такие шапочки. Сразу с манишкой здесь. Горлышко закрывают. Такие тепленькие. Внутри флисовое утепление. Вот, по цвету можно выбрать разные. Перчатки для душа 59 рублей, в наборе 2 штучки. Так, такая вот щетка. Ничего себе, какая огромная. Надеваете ее, закрепляете 299. Для ног щетка. А как она работает? Для ног. Прикольно. Смотрите, какие красивые шапки завезли по 249 рублей женские. Состав 100% акрил. Она двойная. Цвет красивый такой. Купить, что ли, маме? Она у нас любит шапки. Так, ну вот эта, по-моему, она одна всего лишь. Вот такие вот тоже тепленькие. Носочки можно купить тепленькие. По 77 рублей. Кстати, по цвету вот они еще и серенькие, темные. Давайте посмотрим состав. 75% акрил, 5% ангора и 20% эластан. Вот еще есть по 149 рублей. Такого плана носочки тоже тепленькие. Появились новые расчески по 149 рублей. Раньше были большие, а здесь вот сейчас, смотрите, они поменьше площадкой. Вот, и у них такая фигурная ручка. Сушить волосы под феном очень удобно с такой расчеткой. По цвету можно выбрать розовый. Ну, еще вот такая вот массажная расческа симпатичная по 149 рублей. Увлажняющая маска при вращении. Вот, смотрите, интересная маска. Корейская, 55 рублей. Так, а вот здесь детокс-патчи для ног с женьшенем. Имеет скрио-эффект. Снятие усталости. Кстати, они, смотрите, вот здесь вот разные. По 77 рублей все вот эти вот масочки. Здесь тоже детокс-патчи для ног с лавандой. 77 рублей. Пилинг-маска для ног. 149 рублей. Имеется сыворотка для губ. По 77 рублей. Так, вот эти макаронные изделия стали подороже. 29 рублей 50 копеек 400 грамм. И спагетти тоже такая же цена. Можно купить адвент-календарь. Вот такие шоколадки наборы по 99 рублей. И каждый день открывать до Нового года какую-то ячейку. Орео 77 рублей. 228 грамм в подарок. Вкусненькие печенье. Есть сушеные финики 55 рублей 200 грамм. Ой, тяжеленькие сушеные финики. Взять, что ли, показать потом вам, какие они внутри. Но возьму сегодня. Вот открыла финики, которые купила в фикс-прайсе. Вот достаем. Вот они вот так вот выглядят. Ну, тут помялось, конечно. Так, в принципе, ничего. Не засохшие. Сырье поставляет Иран. Вот. Ну, не мелкие, средние такие. Аромат фиников хороший. Очень сладкие. В общем, можно брать 55 рублей, 200 грамм. Есть банан сушеный, 55 рублей. Так, и также можно купить, смотрите, шампанское. За 149 рублей. Ламбруско. На этом свое видео заканчиваю. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал Акварелька. Наталья. Всем крепкого здоровья. Пока-пока. До новых видео.
каталоге Югирс много уникальных моделей на любой вкус и кошелек, которые порадуют не только ребенка, но и взрослых, настоящего мужчину. Замечательный подарок на Новый год. И будет заняться чем? Рождественские каникулы. Ссылку на магазин Югирс Раша официального представителя в России я оставлю в описании к видео.